Погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления. В пятницу ожидается переменная облачность. По юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Днем местами порывистый. Температура воздуха в темное время суток от плюс 7 до 13. После обеда до 26 выше нуля. В Эквадоре проснулся вулкан Сангай. Извержение накрыло пеплом банановые плантации сразу в 4 провинциях. Как минимум на 55 тысячах гектаров. Серьезно пострадал урожай. Это треть всех банановых угодий страны. Теперь Эквадор сократит экспорт популярной сельхозкультуры. От уменьшенных поставок пострадают главным образом Европа и Ближний Восток. Тропические пляжи на севере Гондураса превратились в настоящую помойку. На побережье обрушилось мусорное цунами. Волны прибили к берегу огромное количество пластиковых бутылок, пакетов и упаковок для продуктов. Речь идет о тоннах отходов. Власти уверены, это мусор из реки в соседней Гватемале. Стране нанесен не только экологический ущерб, но и экономический. Регион может надолго лишиться туристов. Правительство Гондураса направило официальную жалобу в Гватемалу с просьбой срочно принять меры, чтобы мусор не вымывало в океан. Завтра в Бобруйске будет ясная погода с переменной облачностью. Воздух прогреется до 23 градусов. Ветер подует с юго-востока. Его порывы достигнут 7 метров в секунду. Осадки на ближайшие дни синоптики не прогнозируют. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.